Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я менеджер компании «Электромотор». Представляю вашему вниманию лодочный мотор «Меркури». Четырехтактные моторы «Меркури» дают экономию горючего до 30%. Бесшумный забор воздуха и выброс газов, конструкция распредвала, позволяющая поддерживать малые обороты, важны для рыбалки. Управляемая компьютером система зажигания с модулем электронного цифрового контроля, запуск мотора с полоборота. На все моторы можно установить ручной или электрический стартер, румпельное или дистанционное управление, пневмоштангу или силовой гидроцилиндр. И это только некоторые из множества преимуществ Меркури. Компания «Электромотор» представляет четырехтактный лодочный мотор Меркури F35M. Технические характеристики. Максимальная мощность 3,5 лошадиных сил. Максимальные обороты от 5000 до 6000. Число цилиндров 1. Рабочий объем 85 см кубических. Запуск ручной. Передачи передняя, нейтраль. Топливный бак встроенный 1 литр. Сухой вес 18,5 кг. Какой бы тип подвесного мотора вы ни выбрали, мы гарантируем вам удобство обслуживания и долговечность, стабильную и точную работу всех механизмов, а также абсолютный комфорт и максимальное удобство во время использования подвесных моторов Меркури. По вопросам приобретения обращайтесь в компанию «Электромотор». Контактный телефон 5 300 38.